Буквально вот на днях звонили, говорят, мы, говорят, уже, говорит, русский язык-то практически уже этот, мы не разговариваем. Они целый день молчат. Если, например, один человек находится на участке, он целый день молчит. И то, что нету информации, нету разговорного какого-то, это нету движения мысли, это не очень сказывается на людях. Там хотя бы капля в море должна быть, хотя бы вот одна вот ваша радиостанция вечером, это уже было бы, вернее, это уже больше, это даже можно сказать для нас это большая радость.